Да уж, вот такая вот ночная рыбалка. Кошмар. Ой-ой-ой. Так, тут бы не провалиться. А у меня был только что обрыв. Хороший лещ, но оборвал. Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Сейчас 10 часов вечера. А сегодня я довольно поздно проснулся. Найк еще в обед куда-то убежал гулять, до сих пор его нету. А мне тут скучновато и спать пока не хочется, я решил сходить на ночную зимнюю рыбалку. Поэтому сейчас буду собираться. Сделал прикормку, днем я выходил, закормил лунки. Ну и сейчас попробую, будет ли клев ночью. Рыба у меня в принципе есть, но хотелось бы поймать какой-нибудь трофей. Давно ничего крупного не попадалось. Поэтому сейчас одеваюсь и иду на рыбалку. Погода непредсказуемая. Вчера было минус 17, сегодня плюс 5. Не знаю, что происходит с миром. Что вообще с погодой, с природой. Ну вот такая вот ситуация. Ой, там была поклевка. Точно поклевка. Опа. Какая-то мелочевка. Вроде уже и ночь. Пора бы уже спать детишкам. Зови свою бабушку, дедушку. Лунки закормлены, по идее, должна уже подойти и крупная рыбка. Вот такая вот ночная рыбалка. Пока ни одной поклевки. Хотя вот она, вот поклевочка. И на поплавок шевелят что-то. Так-то в общем и целом лучше бы я отдыхал и отвечал на ваши комментарии, чем в таких условиях рыбачил. Ну, надеюсь на поимку крупного леща. Вот что-то снова шевелит. Ну, если там какой-нибудь ёрш или окунь, я собираюсь и ухожу в землянку. Ну, поплавок, похоже, поклевка. Очень аккуратная, непонятная. Это кошмар какой-то. Ай! Лампочкой по голове дало. Зачем мне это все надо? Рыба-то есть. Просто азарт, спортивный интерес. Кошмар. Ой-ой-ой. Хочу домой. Ну, в смысле, в землянку. Найк, кстати, до сих пор не вернулся.
кошмар. Ехали, дождь лупасит по палатке. Вау! Одного лещика, и я домой. Вот, давай, давай, давай. Может, оно и к лучшему, что я сейчас на льду. В лесу деревья падают одно за одним. И не факт, что не упадет прямо на землянку и ее не разрушит. Вот такая вот погодка сегодня. Да, наверное, это самая экстремальная моя рыбалка, ночная, зимняя. Не помню, от чего это подобного. Ну что, кто-то еще хочет на ночную зимнюю рыбалку? А у меня был только что обрыв, хороший лещ, но оборвал. В общем, у меня есть надежда. Хочется поймать одного хотя бы лещика и идти отдыхать, пока сижу. Погода, конечно, ухудшается. Ветер все сильнее, снег валит. Был дождь, теперь снег. Но чувствую, что рыбка под лункой есть. Хотя испугал я этим обрывом. Вроде не так резко дернул, но там как кирпич сидел какой-то. Что-то было очень солидное. Поэтому хочется выждать. Я надеюсь, он там не один был. Непонятный подъемчик. Опа, опять что-то дернуло. Мне бы одного. Килограмма на два. Больше не надо. И сразу домой. Есть он там. Точно знаю. Не поймаю ночью, поймаю завтра с утра. Ай-яй-яй, как же я прозевал поклевочку. Thank you.
Ай-яй-яй, вроде ж хорошая была по клевочкам. Клевок так и не было. Буду собираться. Выйду завтра с утра. Лунки закормлены. Думаю, рыбка под лунками есть, потому что поплавок как-то шевелился. Вот как сейчас. Но рыбка не сильно активная. Давай, клюй, да я пойду уже, спать хочу. Так, ладно, все, увидимся утром. Выключаюсь. Да уж, вот такая вот ночная рыбалка. Так, тут бы не провалиться. О, каменные торосы. Опа. Опа. Раз, два. Ну вот такая сегодня получилась рыбалка. Я пришел, Найк ждал меня на пороге. Уже покушал, отогрелся. Теперь балдеет тут, занимается своими котячьими делами. Ну, а я сделал чайку горячего. Сейчас попью. И буду отдыхать вместе с Найком. Уже 1:30 ночи. Найкус. Рыбка сегодня не очень активно клевала, поэтому... ложусь отдыхать, а завтра по-светлому попробую все-таки поймать этого огромного леща. С вами буду прощаться. Всем спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Всего доброго. До встречи в следующем видео. Пока.